Привет, друзья! Мы продолжаем новую рубрику «И пробовать необычные продукты». Сегодня у нас татарская национальная сладость «Талкыш Калыве». Это сладкие пирамидки из муки, меда и сливочного масла, которые делаются вручную. Мы часто бываем в Казани и попробовали этот десерт лет 5 назад. Он нам безумно понравился, и теперь мы стараемся покупать его каждый раз при каждой своей поездке. Покупаем всегда несколько коробок, привозим себе и дарим родителям. Давайте откроем коробочку, и я вам покажу, как он выглядит. Он представляет из себя вот такие вот пирамидки, которые состоят из тонких-тонких нитей, и они просто тают во рту, особенно если есть их с каким-то горячим напитком. По вкусу они немного напоминают сахарную вату или восточный десерт пешмании. Но в отличие от сахарной ваты, их намного удобнее есть. Талкышики в меру сладкие. Совсем не приторные, чувствуется вкус меда и совсем не ощущается мука. Но хочется запить их чаем, потому что мед липнет к зубам, когда их ешь. А когда их чем-то запиваешь, то он просто тает во рту. Талкышики, именно так их называют продавцы в магазинах, упакованы вот в такую коробочку, достаточно симпатичную. И здесь хороший состав. Сахар, мука, высший сорт мед и топленое масло. Они сделаны по ГОСТу и хранятся совсем немного и обязательно в холодильнике. Срок годности всего 17 суток со дня изготовления. Это по-настоящему уникальный десерт, и почему-то из Татарстана все везут чак-чак. Но нам кажется, что талкыш намного лучше. В общем, если будете в Казани, обязательно привозите оттуда вот такой десерт. Он продается практически во всех крупных супермаркетах или в сувенирных лавках. Он лежит в холодильниках рядом с пирожными и тортиками. Если вдруг вы не можете найти, смело спрашивайте продавцов. Полное название «Талкыш Калыве», они вам точно подскажут. Напишите, пожалуйста, в комментариях, знаете ли вы такой продукт, а может быть даже и пробовали. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.